Дорогие друзья, наконец-то мы готовы начать. 30 сентября в мире отмечался Международный день переводчика. И сегодняшняя наша встреча посвящена именно этому празднику. Но кто же такой переводчик? Человек, который помогает людям понять друг друга. А к кому пойдут люди за помощью? К серьезному зануде или к улыбающемуся весельчаку? Ответ очевиден. Все пойдут к весельчаку. Отсюда вывод. Переводчик должен быть улыбчив и весел, а это значит, что раз вы готовы сыграть в КВН, вы обладаете важнейшей профессиональной компетенцией переводчика – веселым нравом. Другой профессиональной компетенцией переводчика является стрессоустойчивость. И это опять про вас. Ведь вы отважились на геройский шаг, согласились участвовать неизвестно в чем, вместо того, чтобы сидеть в читальном зале и готовиться к завтрашним занятиям. И наконец, переводчик всегда предельно внимательно собран. Он четко отслеживает обстановку, и если вдруг где-то что-то происходит, он быстро реагирует. Так и вы, дорогие наши участники команд, быстро отреагировали на наше приглашение и, слава богу, его поддержали. И мы впервые проводим сегодня КВН. И перед тем, как его начать, мы хотим поблагодарить всех, кто собрался сегодня в этом зале. Всех веселых и находчивых студентов и преподавателей, поддержавших нашу идею. И сегодня к нам на КВН пришел декан нашего факультета Алексей Дмитриевич Шматко. Алексей Дмитриевич, вам слово.